Привет, ребята! Мы в Одессе, и сегодня я вам покажу очередную ежевику из моего сада, которая поспела и нужно снимать урожай. Ежевика надчас. Очень крупные ягоды, такие продлиноватые, вытянутые. Сегодня у нас 6 июля, и ее нужно уже снимать, поспела. Урожай без слов. Вы сами видите. Ой, какие спелые. Это не ремонтантный сорт. О, уже пчелки ее кушают. Надо срочно снимать урожай. То есть она дает плоды на побегах прошлого года. Вот сейчас она плодоносит, и эти побеги нужно будет срезать под корень, а молодые, те, которые она выпустила, оставить. Очень сладкая, сочная, но по вкусовым качествам это не мой фаворит. Все-таки мне больше нравится тройная корона. Вот она у меня здесь рядом. Тоже все усыпано ягодами, но она еще зеленая. Только начинают ягодки розоветь, они даже еще не набрали свой вес. Меленькие, они будут крупные. Просто начес. Она ранняя, а тройная корона поздняя. В общем, ежевика идет одна за другой. Сейчас мы снимем плоды начеса, а потом начнет поспевать тройная корона. Тем самым мы постоянно с ягодой. Плюс ремонтантные сорта. В общем, ежевика у нас в саду до самых морозов, пока тепло. Это я вам показываю начес. Ягод очень много. Крупная. Думаю, куда ее девать столько урожая. В прошлом году я сделала вино. Ежевичное вино. Ну, посмотрим, может быть, в этом году тоже сделаю. Такую ягоду жалко переводить на вино. Обычно я делаю что-то такое, ну, из ягоды некондиционной. Может, варенье сварить. Может, просто сок сделать из нее. Веточка, ничего себе. Красавица. Вот такая еще одна красавица растет у меня в саду. Пожалуйста, если кто-то знает рецепты или как вы сохраняете ее на зиму, может быть, варенье варите, либо соки, либо еще какие-то заготовки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарна. Всем спасибо за просмотр и до следующего видео.